Наконец-то краматорчане дождались, и к нам в город приехал удивительный цирк Кобзов, который подарит вам массу классного настроения. Мы решили приобщиться немножечко к цирку и посмотреть, как же живут цирковые слоны за территорией арены. Животных не дрессируют, просто ищут те моменты, которые вот животное делает произвольно, с удовольствием. Слоны для цирка – это что? Это экзотика, это изюминка цирка. Наши танцуют. Шикарные тигры, 4-тонные слоны ждут вас, чтобы показать вам свое мастерство. А также акробаты, гимнасты, клоуны – все для вас.